Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness, мы все так же в аду. Нам нужно отсюда выбраться. В прошлой серии мы получили от одного из всадников апокалипсиса две пушки, с помощью которых вроде как можно управлять тьмой. Не могу сказать, что я как понял, как ей можно управлять, но пушки вроде неплохие. Так, и теперь нам нужно возвращаться к нашему пра-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 деду, который находится вот здесь, по-моему, да? А, иди, говорит, вниз, Джеки. Написал на стене. Так, как мне письма посылать, интересно? У меня писем дофига, а почтовых ящиков нету. Джеки, what the... You found them? I got them. What now? The Brits have been fighting for centuries to get to those hills, but you're the one who made it. All right, here's what else I know. There's this thing. The darkness keeps it heavily fortified. A cannon outside an old castle. A cannon? Что за пушка? How do I get to it? There's an underground sewer system that leads to the cannon. Krauts and strange things are crawling every damn where. I think the darkness put them there for a reason. The only way is through the catacombs, right down here. Steady your rifles! Keep your eyes peeled! First thing that moves, shoot it dead! Okay, Jackie, get going and move as fast as you can! Что-то я вообще похоже в какую-то жопу иду. Ну ладно. Быстрее закрывай, говорит, пока они нас не почуяли. Я тоже так думаю. Впервые с тобой согласен. Тут внизу такой опасный водится. Ой, это что за выкрики оттуда? There's something important here that the darkness is trying to protect. I could feel its agitation. But if I stay the course, if I defy the voices in my head and never look back. Maybe up ahead I'll see a light. And maybe in that light, I'll see you, Jenny. Хорошо, задача обновлена. Найди способ пройти сквозь тьму, канализацию, чтобы добраться до пушки. Возможно, ты отыщешь ответы в том, что же здесь вообще происходит. Everything you know is a lie. Заткнись. Ой, что-то мне не по себе. По идее, лучше давайте я, знаете, сделаю. Так. Блин. А сюда поставим лучше щупало. Тогда мы сможем тушить эти лампы. Это будет, я думаю, получше. А, обычные фашисты? Ну их я не так уж боюсь, ладно. А говорили какие-то твари. Ой, ой, ой. Да что за хрень там?
Блин, ну... Проблема в том, что... Когда я целюсь сюда, фреймрейт просто опускается кадров до 15 в секунду. Это какая-то натуральная проблема. Я не знаю, в прошлый раз я играл в эту игру на Xbox, и там такой проблемы не было. Хотя, может, и мне память просто уже изменяет. Потому что сколько времени-то уже прошло. Но, по-моему, тогда было совсем не так все критично. В принципе, в начале жизненного цикла PlayStation 3 очень многие разработчики выпускали гораздо более плохие... Так, кто тебе давал право вставать? Гораздо более плохие версии игр на PlayStation 3, собственно, чем на Xbox 360. По их заверениям, ввиду того, что у приставки была очень неудобная архитектура, под нее было тяжело разрабатывать и оптимизировать игры, в то время как Xbox это, по сути, тот же самый ПК, на котором, особо не парясь, можно сделать все что угодно. Но сейчас ситуация вроде наладилась. Так, нужно избавиться. Видимо, вентиль какой-то надо найти. И сдается мне, что он где-то тут наверху. Ой, вашу мать! Блин, это опасно. Быстрее, пока не встали. Ну давай, харе понтоваться, давай. Давай, бляха. Сейчас еще убьют. Ох, ладно, пронесло вроде. Так, куда я иду? Зачем я вообще сюда пришел? Так, тут у нас ничего. Возможно, сюда. Да, сюда. Так, пожалуй, надо призвать камикадзе. Отлично. Ой, твою мать. Давай, давай, живи, пока не повставали. Ох, блин, тут ну просто такие проблемы с этим фреймрейтом, что это какой-то геморрой. Хотя, может, это я придираюсь, но, по-моему, мне играть так некомфортно, конечно. Ой, да не тебя, ну... Именно из-за того, что вот это пропадает плавность. Вот сейчас, допустим, сейчас опять получше стало. Вот сейчас вот где-то кадров 13-15 секунд, наверное. Очень дерганная картинка, и очень неудобно в такие моменты играть. Скажем, целиться и тому подобное. Возможно, это из-за того, что я использую пиратскую версию игры, но покупать игру за 1000 или даже больше, там, по второму разу, чисто ради одного прохождения, при том, что я в свое время уже покупал эту игру, я не считаю нужным. Сначала я сделаю прохождение на все те игры, которые у меня уже были в коллекции, которые я продал вместе со своей прошлой PlayStation 3. Собственно, на пиратке. А потом перейдем на лицензию, будем там много нового вкусного выходит в этом году на лицензии. Тогда уже и будем переходить, собственно, на нее. Экономика должна быть экономной. Что это такое? Мы нашли темного убийцу света. Так, что он делает? Ну давай, выходи. Значит, не увидел у тебя никакой пользы пока. Темного убийца света.
А, он запустил бомбу. То есть электрик. Ладно. Вода утекла, и теперь я, видимо, могу вернуться обратно. Ой, блин, я как будто в молоке. Так все медленно, тормознуто. Так, тут все? Вроде все. Хотя там может за механизмом быть... Нет, нет ничего. Так, ладно, уходим. Хорошо. Так, а туда ли я пришел? Ну-ка, электрик, давай работай. Ну, не очень быстро работает, но, в принципе, нормально. Давай запускаем попу. Так, ну все похоже. Выпустил воду из резервуаров, теперь тебе удастся пройти через канализацию. Да мне похеру, извиняюсь. Мне, блин, выбраться из этого ада охота. Мне, честно говоря, тут неинтересно совершенно. Так, ладно. Нет, мне явно, по-моему, не сюда. Да, тут вторая помпа находится. Так. Блин, чё меня пугаешь? Да, вон туда, по-моему. Нет? Нет, подожди. Тут я был. Да, похоже, я правильно его. Так, ладно. Где у нас вот эта помпа была? Чё меня жжёт опять? Свет. Так, хорошо. Теперь вспоминаем, где тут помпа. Эта дверь заколочена. Та дверь заколочена. Может, я могу ее щупать? Нет. Ух, так. Вспоминаем, вспоминаем. По-моему, вон она. Да-да-да, точно. В темноте не очень хорошо видно. Если кому-то это очевидно, то вы попробуйте сами поиграть. Так, идем во тьму. Так, не сюда, хорошо. Похоже, нам вот туда. Давайте посмотрим, может, это еще какое-нибудь письмо есть. Но нет, похоже. Тьма такая, что, кажется, ее можно потрогать прям. Как вата. Черная вата. Так, тихо. Отлично. Где-то там слышу немецкую речь, значит, там эти зомби. Так, Камикадзе, иди-ка со мной.
Иди воруй, убивай. Не хочешь? Печально. Сейчас тот встает уже, похоже. Не надо вставать. Так, камикадзе, ты главное теперь меня тут не взорви. С тебя останется. Ладно, поднимаемся дальше. Ну что? Уф, куда ты выбрались? Последние минут 10, надо сказать, были ужасными. Мне было совершенно неинтересно. Да, с телом, конечно, тьме не особо повезло. Да, замолчи. Так, оттуда мне явно не достать. А тем временем нас уже садят. Маузер хороший, слушай. Натурально отличная пушка. Опять фреймрейт скачет. Супер. Так, маленько подкрепимся. Возьмем светоубийцу, пусть тушит фонарики. А сами пока будем дальше разбираться с гадами. Ой-ой-ой-ой-ой. Это кошмар какой-то. Блин, ну убей ты его. Светоубийца что-то меня разочаровывает. Совершенно никакой помощи. Так, может хоть эти пушки меня порадуют. Ну чё, оживёшь ты после такого, нет? Похоже, что нет, эти пушки их окончательно убивают, нет? Судя по всему, да. По-моему, прекрасно. Ой-ой-ой. Не особо хорош пушки, надо сказать. Но после них, по крайней мере, люди не встают. Допустим, вот этот не встанет. Насколько я мог заметить. Это неплохо. Так, ладно, поднимаемся. Так, добрый день. Хорошо, еще письмо. Лично. Наводка, я тебя не понимаю. Почему ты в самый нужный момент ты сама берешь и отпрыгиваешь? При том, что я геймпад не трогал. Так, улица.
war. Здесь все бесконечная война идет. Your gift, your arrogance, your burden. Офигеть. Брынь носит потемки. Ничего так калибр. А это гильза, я так понимаю, да? Я в гильзу могу целиком войти. Это что, был выстрел? Офигеть. Да, монстр. Настоящий монстр. Тут нам, по-моему, понадобится больше оружия для ближнего боя. И щупальца. Ой, ой-ой-ой, мне хана. Нет. Слава богу, не хана. Так, дорогой. Че же вы не дохнете-то? Так. Вроде вы не горите желанием вставать. А тебя типа проткну, из тебя не могу сердце взять. Ну ладно. Испортилось. Поднять. Ой, сейчас еще этот поезд зачищает. Ну вы издеваетесь, что ли? Да. Но это было без шансов. Надо будет как-то, я не знаю, геморроиться тут. Еще бы не фреймрейт, было бы вообще прекрасно. Да, это будет надолго, похоже. Как меня все тормоза достали? Что ж такое? Это натурально неприлично просто уже, по-моему. Сами нафиг выходите. Хотя... Давай, жуй-жуй, глотай. Блин, ну уйдите, я за вас нифига не вижу. Давай быстрее, давай-давай. Да не то, ну что ж все не так, а? Все-все будет, ребят, все у нас будет хорошо. Или нет? Самое главное вот эту лампочку, ну. Хорошо. Да, это может быть очень сложно такими темпами. Так, давайте-ка мы избавимся от источника света. Отсидимся тут маленько. Потому что это натурально... Капец, ну, целься ты в него, мать твою, за ногу. Так, теперь берем свои мега-пушки. Я надеюсь, вставать не будете. Хорошо. Вроде не будут. Уф, надо сказать, не очень легко было. Эти пистолетчики просто рвут. Так, это я могу что-нибудь сделать? Видимо, нет. Ладно. Так, хорошо. Что дальше? Надеюсь, сейчас не будет еще одной комнаты с кучей врагов. Как же с тормозами неудобно целиться. При том, что и так управление неудобно. Я уже, наверное... Не первый раз это говорю, но это действительно так. Это, по-моему,
самая тормозная игра на приставку, которую я играл, когда через каждые 5 минут фреймрейт с 60 просаживается до 10, и в это время еще на тебя наседает врага 3. И ты должен их убивать, это, по-моему, просто геморройно становится. Так, ладно. О! Твою мать! Нафиг. Нет. Мама, это контроль. Ой. А, ну да. Все нормально. I'm doing everything all right. I fixed your broken head, ball. You have passed my test. No more dreaming. Так, что это было? Что бы это могло значить? Я слышу диспетчера метро. Неужто мы вернулись? Мы вернулись. Jenny gets murdered, your ass goes up in smoke, everyone figured Paulie would be the fuck away. He did, Jenny. I just came back, is all. You know, your Aunt Sarah, that poor woman would just sit there in her Raspberry Street apartment and wait just for you, yeah, just for you to show up. You ever do one thing right in this whole mess, in this whole life of yours, you go down to the Lower East Side and you see her. Мы вернулись из этого ада. Это круто, потому что последние 3 серии, я не хочу сказать, что они были плохие, то есть на уровне всяких там Afraid of Monsters и подобных им, это, по-моему, было прекрасно, довольно неплохой такой хоррор. Чисто перестрелки были, конечно, вообще дерьмовыми. Но тем не менее. Было не так интересно, как, собственно, основной сюжет. Но это, слава богу, прекратилось. Мы обратно вернулись в нормальный мир. И теперь нас тут, видимо, не было продолжительное довольно-таки время. Теперь нам нужно навестить тетушку. Этим, я думаю, мы займемся в следующей серии. Но пока что все. В принципе, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.